Более 10 лет назад в рамках социальной программы Управление капитального строительства заключило договор на строительство 12-этажного дома с компанией Liberty L. Дом был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Затем, не имея на руках разрешительных документов, застройщик начал строительство второй очереди жилого комплекса «Новые Черемушки». Разрешение было выдано на первую очередь, на которую был произведен отвод земли. На вторую очередь никакого разрешения не было. Это чтобы вы понимали. И приобретая жилье, надо было хотя бы задаться вопросом, уважаемый господин Желязков, а есть разрешение на вторую очередь или нет? Однако, завершив продажу квартир, руководитель строительной компании Liberty L Александр Желязков, по словам вице-мэра, забрал деньги и покинул пределы Украины. В данный момент в квартирах жителей первой очереди жилого комплекса нет электричества из-за долга в размере 21 миллион гривен. Второй же дом все еще остается недостроенным. Для завершения строительных работ и введения дома в эксплуатацию не хватает 60 миллионов гривен. Чиновники предложили инвесторам создать кооператив и нанять юристов, с которыми и будут согласовывать дальнейшие действия. Создав кооператив, который подпишет договор с коммунальным предприятием и с генеральным подрядчиком, так как мы делали на всех недостроев. Никто ничего не решает. Ну, конкретно по нашему жилому комплексу, можно так сказать, никаких действий, я так понимаю, не принимается. Потому что если были бы действия, соответственно, мы бы здесь не собрались и вопрос этот бы опять не поднимали. Предложений много, а мы просто не хотим опять быть обманутыми. Ну а пока инвесторы взяли паузу для принятия решения по выходу из сложившейся ситуации. Александр Вейцман, Денис Рудь, телеканал «Репортер».